дабл трабл, блядь, или как я нахуй протекла у своего парня дома нахуй. Я приехала к своему парню, уже бывшему, блядь. Вот, у меня месячный, нахуй, в принципе, явление редкое, нахуй. Ну, потому что у меня, ну, блядь, скачет все вот так, и в какой день они настанут, блядь, нападут на меня эти фашисты, блядь, неизвестно, нахуй. Ну что, мы ложимся спать, блядь, все хорошо, нахуй. А утром я просыпаюсь, блядь, в какой-то луже, блядь, просто так... Блядь, думаю, пиздец, нет. Боже, лучше б я обоссалась, клянусь, блядь. И я такая просто вот так вот, одеяло вот так вот, нахуй, хуяк, блядь. А там, нахуй, красный май, блядь, какой-то, просто алые паруса, блядь. Я смотрю, думаю, блядь, а у него диван, блядь, бархатный такой, ну, типа, блядь, я не знаю, какой он, ну, типа, мягкий. Он не кожаный, ничего. То есть туда, блядь, все нахуй впиталось. Я такая, думаю, пиздец, а что делать? Тут заходит парень, я такая, хуяк, одеяло обратно на себя, такая, смотрю на него, сама в ахуе, думаю, пиздец, чувак, съебись комнаты, пожалуйста. Мне надо что-то придумать. Я, блядь, встаю. Тогда он уходит. Забираю нахуй все с дивана, блядь. Иду в ванну, начинаю замачивать, блядь. Я еще нахуй не енот полоскун. Я, блядь, первый раз стирала что-то руками, блядь. Я туда, блядь, мыла, я для душа, блядь, все нахуй туда. Вот, я стираю, блядь, эти простыня, блядь, закидываю в стирку, блядь. Он не понимает, нахуй я это делаю. Я такая, блядь, типа, отъебись. Я иду, блядь, к дивану, нахуй, смотрю на вот это пятно ебаное, блядь, глаз, нахуй. Отчик глаз смотрит на меня, и я такая, блядь, а как мне теперь, что мне делать, блядь? Я иду, блядь, беру губку, блядь, для посуды, нахуй, потому что у него дома нихуя нет было. Я начинаю вот так вот хуярить это, блядь, слава богу, у него была дистанционка, нахуй. Он смотрел свои ебучие пары, блядь, и я вот это драила, блядь, этот диван, броди, нахуй, отмыла, прихожу, выкидываю, блядь, губку в мусорку, нахуй. Он, блядь, до сих пор не понимает, что за хуйня происходит, блядь. Я просто такая думаю, нахуй, как бы не спалиться, все, блядь, отстирала вроде бы просто, не отстирала, все. Смотрю, нахуй, на пододеяльник, блядь, а там пятнище, нахуй, которое не отстирывается. Я такая, блядь, что делать? Я захожу в интернет, нахуй, в ванной, блядь, закрылась, блядь, читаю, чем можно отстирать эту хуйню. В итоге, нахуй, она не отстиралась. Я думаю, он понял, блядь, что произошло, блядь, но он мне ничего, нахуй, не сказал. Ну, типа, может быть, он и поржал, может, он увидит сейчас это и поржет, и поймет, нахуй, все-таки, что, блядь, тогда произошло в тот злополучный день, блядь, ну это пиздец. Нахуй, почему я родилась бабой, и мне из пизды хуярить?